Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша, и сегодня мы с вами разыграем 4 промокода на приложение Wi-Fi Map Pro. Итак, поехали! Поговорим немножко о статистике. Всего у видео было 215 просмотров, 66 лайков и 1 дизлайк. Кстати, у меня есть один зритель или подписчик, который почти под каждым видео ставит дизлайк. Может, это, конечно, разные люди, но у меня складывается впечатление, что это один и тот же человек. Собственно, судя по комментариям, в конкурсе приняло участие 43 участника. Я немножко тормознул, когда придумал условия конкурса, можно было просто написать любой комментарий, а, собственно, на канал я уже мог бы и так перейти. Ну, что есть, то есть. Собственно, определять победителя мы будем с помощью сайта lizaonair.com/giveaway. Давайте скопируем ссылку на наше видео, видим, что видео, судя по названию, это у нас анонс розыгрыша, вставляем его в определенное поле и нажимаем на клавишу I'm feeling lucky для того, чтобы узнать первого претендента. Всего у нас 4 промокода и, собственно, может быть 4 победителя. Итак, собственно, первый у нас претендент — это канал Apple. Собственно, это не тот канал, о котором вы подумали, но, я так понимаю, тоже фанат Apple. Давайте перейдем во вкладку «Каналы» и посмотрим подписку на мой канал, для того, чтобы узнать, выиграл он или нет. Да, собственно, подписка на мой канал есть. Давайте сразу ему напишем в личное сообщение в YouTube о том, что он, собственно, выиграл промокод. Собственно, все правильно, давайте скопируем для того, чтобы по несколько раз написать, и отправляем сообщение. Тему, собственно, давайте такую же сделаем. Отправляем сообщение, ваше сообщение было отправлено. Закрываем вкладку, нажимаем опять на клавишу I'm feeling lucky для того, чтобы узнать второго претендента. Рубин AMG, давайте перейдем на его канал. Переходим во вкладку каналы и опять же смотрим подписку. А подписку, я так понимаю, мы не посмотрим, потому что в каналах нет информации. Здесь опять же только информация о лайках и, собственно, фид, я так понимаю, на подписке у данного человека не открыт. Давайте закроем опять же его канал и, собственно, нажмем опять на клавишу I'm feeling lucky. Так, Дима Лисицын. Так, нажимаем на его канал, опять же видим иконочку с Apple, чувак увлекается Apple. Видим о том, что он поставил лайк на это видео, значит, будем надеяться на то, что он подписан на мой канал. Да, собственно, подписка на мой канал есть. Давайте перейдем в сведения, нажмем отправить сообщение и, собственно, в сам текст и в тему мы с вами вставим одно и то же. Нажимаем отправить сообщение, сообщение отправлено. Это, собственно, у нас уже 2 промокода ушло, нажимаем опять на клавишу I'm feeling lucky. И здесь у нас претендент Артем Терентьев, да. Нажимаем на его канал и смотрим, что у нас во вкладочке «Каналы». Собственно, в каналах у нас с вами ничего нету. И давайте посмотрим, может, здесь отображаются подписки. Нет, так здесь же подписок, собственно, нету. К сожалению, ты не можешь быть претендентом, ну и, собственно, естественно, победителем. Давайте опять нажимаем на клавишу «I'm feeling lucky». Apple Dan, давайте перейдем на его канал. Заходим во вкладку «Каналы». И опять же, почему-то люди не открывают фид. Я думаю, что опять же нужно об этом говорить. Так, давайте еще раз нажимаем на клавишу «I'm feeling lucky». Я, конечно, надеялся, что сразу выберем 5 человек и все, на этом все закончится. Но ничего. Переходим опять во вкладку «Каналы». И здесь у нас есть несколько каналов. Даже не несколько, а тут довольно-таки много каналов, посвященных тематике Apple. Да, есть мой канал, собственно, это у нас является 3-й победитель. Да, правильно, 3-й. Идем в «Отправить сообщение». Сообщение и нажимаем «Отправить». Так, 3 промокода мы с вами уже отдали. Идем опять на Lisa on Air, I'm feeling lucky. Осталось всего лишь 2. Так, Максим Лещев, давайте перейдем на его канал. Переходим во вкладку «Каналы», видим, подписки отображаются, значит, во вкладке «Каналы» мы, собственно, тоже все найдем. Да, есть подписка на мой канал, идем в «Сведения», идем в «Личные сообщения» и, собственно, отправляем ему сообщение с одинаковой темой и, собственно, самим условием. И отдаем последний промокод мы с вами. Итак, претендент у нас на промокод Ярослав М. Насколько мне известно, этого канала еще не было. Давайте видим то, что он поставил лайк на некоторые из моих видео, значит, все-таки человек смотрит. Переходим во вкладку «Каналы». И да, есть подписка на мой канал. Идем в «Сведения» и, собственно, отправляем сообщение.
Я думаю, что если эти люди участвовали в конкурсе, значит они увидят это видео и, собственно, ответят на данные сообщения мне в YouTube. Я надеюсь, что вы пришлете свою ссылку на ВКонтакте, и, собственно, так мы с вами сможем связаться. Кстати, в приложении Wi-Fi Map Pro появилось две замечательные функции, про которые мне рассказали сами разработчики. Первая, в Pro-версии вы сможете сохранять пароли от Wi-Fi, то есть они будут сохраняться автоматически в кэш приложения, и, собственно, без доступа к интернету вы сможете их просмотреть. И также есть уведомление от Foursquare: если вы проходите мимо Wi-Fi, его пароль есть в данном приложении, то, собственно, Foursquare вам пушнет уведомление о том, что, собственно, здесь есть Wi-Fi, и вы можете к нему подключиться. Ну а на этом, собственно, все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Кстати, можете поставить лайк этому видео, и если найдется время, то мы с вами сможем еще разыграть несколько промокодов к этому приложению. И, собственно, на этом все. Пока!